Уходи, да ёпта, что за большие малыши? Да... Помогите! На помощь! Отстань! Всем приветики! Рада видеть вас на моем канале Телька Плей, я Наташа, и мы с вами продолжаем играть в Roblox, а вернее в SCP-3008. Мы оказались вот в таком вот замечательном местечке. Здесь есть мороженое, здесь есть какая-то такая небольшая кухонка. Короче, в принципе, жить можно. Я не знаю, будем ли мы с вами кого-то искать или же будем с вами жить. Я предлагаю построить какой-нибудь уютный домик интересный, который мы еще с вами, допустим, никогда не строили, например. Да даже не знаю, с чего построить дом. Ну, короче, будем с вами сейчас думать, чтобы было классно, офигенно. Ну, или просто сейчас пойдем с вами немножечко погуляем. О, кстати, я нашла коробки. Коробки — это тема. Из коробок можно сделать что-то очень красивое. Давайте делать все. Квартиру бомжа теперь. Давайте посмотрим, как бы выглядела квартира бомжа. Так что будем сейчас с вами заниматься именно этим. Строить наш новый дом. Новый дом. Ой, а что-то стало... Так-то сразу потемнело. Что-то как-то сразу-то недружелюбно. Подождите, я строю дом. Я пока вот так вот понакидаю. Но я думаю, что, в принципе, нам пока что никакой беды не грозит. Думаю, будем строиться с вами вот здесь. Вот будем такой, знаете, делать небольшой, как будто бы такую студию, в которой будем с вами жить. Не тужить, а сразу на нее меточку поставим. Мой домик. Все, с любовью так, чтобы было красиво. Все, великолепно. Вот, ставим вот это вот все пока что сюда. Вытаскиваем всякие штучки-дрючки. Блин, а тут такие какие-то такие, да, желто-фиолетовые кубики. Мне это, конечно, не сильно нравится, но что поделать. Пока таскаем. Делаем тут лаунж такой небольшой. Людей я не особо много тут вижу рядом со мной по соседству. Ну, может быть, оно и к лучшему. Никто не будет мешать, никто не будет разрушать. Ой, смотри, человек. Посвящу. Ладно, он решил меня проигнорировать. Но там настоящий хаги-ваги, ты видел? И он убежал. Смотри, значит, это что? Это картина, да? Нахрен картину пока что выносим. У нас тут будет совершенно другой вайб. Короче, я понял. Я понял, что нужно сделать. Это тоже нужно выкинуть. Это тоже нужно выкинуть и принести нормальный какой-нибудь. Потому что, ну, опять вот с этой вот фигней вот так вот долбаться я не хочу. Нужно найти... Найти какую-нибудь тумбочку красивую, такую интересную. Ну, такую нет, наверное. Я хочу, чтобы было у нас красиво. Хочу какой-нибудь уютный диванчик. Это уютный диванчик? Но он такой, уродский немножко бы. Пока что будем с вами приносить всякую гадость к нашему дому. А утром будем строить. Ну, это логично. Типа к нашему дому. Всякую гадость. Берем вот эти вот штуки тоже. Пригодится нам на случай панорамных окошек. Мы же любим с тобой делать панорамные окошки теперь, да? Теперь хлебом не корми, да сделать панорамные окошки. Все, так и живем. Никакого праздника, только панорамные окошки. Когда там уже утро наступит, слишком темно и страшно. Нужна ли нам какая-нибудь... Давайте возьмем вот такую вот красную микроволновку. Почему красную? Потому что у нас будет с вами квартира в стиле поп-арт. То есть такая, типа, яркая, интересная. Вот, желтые вот такие вот креслица возьмем. Все, это поп-арт, детка. Ярко, стильно, молодежно. С тобой вот это вот занимаемся улучшением жилищно-коммунальных условий. Чтобы нам было классно с вами жить. О, а вот и утро, смотри-ка. Все, все накидываем пока сюда. Пока утро, надо быстренько что-нибудь еще прикоммунизить. Например, красный тостер. А мы прям на самом с вами краю, да, живем? Моя хата с краю, как говорится. Ну, ничего. Берем голубую мусорку. Я думаю, голубая мусорка нам пригодится. Забавно, что у меня реально нет соседей. Что, со мной никто не хочет рядом жить? Я какой-то конченый, какой-то прокаженный? Или просто на краю, типа, живут такие отбросы общества, такие, как я, например? Не, ну мне кажется, мы сейчас такую с вами хату сделаем, извините меня, что все захотят жить в моей хате, понимаешь? А мы скажем, не-не-не-не-не, нельзя. Будем говорить, уходи. Два монитора, яркий стол, кровать. Короче, нам сейчас с тобой придется так нормально побегать. Но если что, здесь возьмем, конечно же, если вдруг что-то не найдем. О, панорамное окно нашли. Ребята, несу панорамное окошко. А то, что это без панорамного окошка, негоже жить.
Ждут много у меня панорамных окошек, хочу сказать тебе. Надо принести какой-нибудь свет, чтобы был. А то мы без света тут будем сейчас сидеть в темноте. Блин, я не знаю на самом деле. Типа такой стол, конечно, прикольный, но мне кажется, он как-то нам не очень по дизайну подходит. Может, вот такой, типа, в стиле лофт. Давайте такой в стиле лофт возьмем себе стол. А потом найдем к нему стул. Все, короче, нормально, смотри. Работаем. А, подожди, нет, мне еще нужен телевизор. Я еще хотела в этот раз сделать телевизор. Я обычно телевизоры не делаю. Берем телевизор, погнали. Так, слышь, пошла нахер. Алло. Алло, верни. Вот шабака. Куда ты, блин? Верни, это моя воровка. Отдай. Домой. Ты у моего дома забрала. Верни. Ладно, похрен. Ну, воровка реально. Фу, такими быть. Пришла, стыбзила, убежала. Зачем так делать? Какашка. Ладно, я запомню, где ты живешь. Я, понимаешь, несла этот красивый свет. А она что сделала? Взяла такая деловая и забрала мой дом. Так, а где мой телевизор? Ну, ладно, хотя бы телевизор остался. Офигела. Короче, телевизор я хочу повесить вот сюда. О! Теория большого взрыва, мне нравится. Нам такая подходит. Надь, смотри, вот здесь давай делаем панорамку с тобой. Тут как раз идеально вписывается. Ну, чтобы пока меня не было, мой домик никто не оприходовал. Тут такие все ушлые. На всю готовенькое прибегают, домики отжимают, карандаши забирают. И все, а нет, это все мое. Не, ну тут, по крайней мере, поменьше людей бегает. Не, ну как бы срач-то мой. Вот, смотри, я думаю сделать типа вот такой типа угловой диванчик. По-моему, вполне неплохо. Могло бы быть. Ой, что это такое? Не, ну в целом пойдет. Да, немножко странновато выглядит пока что, но это единственный вариант, который пока что у меня есть. Чтобы это выглядело интересно и нетривиально, как мы это с вами делаем обычно. Я еще думаю, смотри, я еще думаю взять вот такие вот полочки, вот эти вот, пришпандорить куда-нибудь, ну, чтобы красиво было. Ой, это охранник был рядом со мной, ничего себе. Ничего себе. Вот, вот тут вот их пока что покидаем. Бля, реально рядом со мной был охранник. Сейчас бы он мне по жопе-то настучал. Такой, ой-ой-ой-ой-ой. Две буквально возьму, вот эти вот штучки. Боюсь от дома далеко уходить. Блин, чуть от дома отойдешь, кто-нибудь его придет, отожмет. Так, ну смотрите, я в принципе потихоньку начинаю делать дом. Мне кажется, выглядит очень интересно, очень классно. Вот, я его сделаю небольшим, конечно же, разумеется. Вот, поэтому... Пока что делаю вот такой... Блин, вот мне бы вот этот бы стол как-то вот красиво бы какой-нибудь бы найти. Маленький вариантик этого столика, чтобы было прям... Перфект. Ну ладно, пока давайте так сделаю. О, смотри, кайф. Мне кажется, прям круто. Ой. Чё тебе надо? Не надо. Иди отсюда. Иди, здесь занято. Здесь никого нет. Уходи. Уходи. Это мой дом. Все, отстань. Отстань, это мой дом. Все. До свидули. Я под лестничкой сижу. Я под лестничкой живу. Только я так живу. И под лестничкой живу. Ну-ка я давай поем, будет вкусно ням-ням-ням. Я поем здесь апельсин, получу гемоглобин. Та-ра-рам, та-ра-рам, жду, конечно, я утра. На-на-ни, на-на-на, но мне кажется офигенно. Ой, какой здоровый бежит. Не надо, няня, не надо. Ой-ой-ой. Почему? Что со мной? А! Что происходит? Кто я? Я вообще, я не понимаю. Что со мной? Ребята, по-моему, я познала дзен. Я... О! Уйди.
Уйди, говно! Уходи! Уходи! Да ёпта, что за большие малыши? Да... Помогите! На помощь! Отстань! Ой, мне сердце колотится, все гобзда. Ребята, я умираю. 3%. Я умерла. Я умерла. Я хотела жить и не тужить. Но что-то пошло не так. Где мой дом теперь? Ух ты ж, ёх ты ж. Мой дом теперь через три жопы. Ну, побежали. Никогда мы так далеко не находились от нашего дома. И вот оно произошло. Это случилось. Так, Алла какая-то. Алла! Что ты делаешь, Алла? Это на Аллу там, я надеюсь? Да, там Аллу вроде бы убивают. Но я не буду ей помогать, сорян. У меня есть своя тактика, я ее придерживаюсь. Сейчас прикинь, придумаю, дом уже там разобран по кирпичикам. Там уже вот эта девочка, которая мне сперла карандаш. О, утро! Бляха, как же далеко бежать там до моего дома? Привет! Мой любимый дом. Как дела? Смотри, Ержан. Это я забираю, это я конфискую. Это все мое. Вы тут меня за придурка-то не держите. Так, нам нужно как-то с вами сделать здесь стены, чтобы меня никто не доставал. Потому что я не хочу, чтобы нас тут с тобой доставали. При этом... А давайте мы вот так, смотри-ка, что сделаем. У меня есть идея. Я просто хочу, чтобы у меня здесь был такой, типа, как будто бы угловой компьютерный стол. Вот. Что-то типа вот так вот, но чтобы оно не дрыгалось. Вот, типа вот так. Вот так, мне кажется, зашибись. Выглядит стильно, модно, молодежно. Как будто бы доктор прописал. Ну, рядом со мной, по крайней мере, никто не живет. Это хорошо, никто не тыбзит мои блоки. Так что я тут как бы королева. Ну, кстати, выглядит прикольно. Не знаю, как вам, но по мне очень даже секси получается домина. В нем реально можно жить. Берем вот эту дощечку. Конечно, не уверена, успею ли я до ночи опять все это сделать, потому что я очень долго бежала. Я считаю секси. Слышь ты, человек-стена. Что делаем? Мой дом не разноси. Надо вот эту вот как-то дырку заделать. Только не знаю чем. Чтобы она меня не бесила, а то она меня прям бесит, она меня триггерит. Так, а давайте я его вот сюда воткну, вот это зеркало, и будет вообще зашибись. Или нет? Не, не очень. Тогда пусть пока стоит здесь. А может быть вот такими дощечками заделать, смотри. Во! И сейчас вторую также сделаем, и вообще будет все класс. По кайфу будет, будет красиво. А я что-то там бегаю, выдумываю. Не, все, зашибись. Все по кайфу. Ну что, ребят, я надеюсь, что вы готовы увидеть мой микро-домик, такую студичку, которую я сейчас сделала за час где-то вот вместе с вами. А, смотрите, вот так вот это выглядит снаружи. Да, возможно, снаружи не очень, конечно, но внутри, мне кажется... Полный кайф, это домик на одного, поэтому у нас, естественно, все на одного, вот здесь можно посидеть, посмотреть телевизор, вот здесь вот можно поспать, посидеть в компе, короче. Я только не поняла, как периодически включаются вот эти вот картинки здесь. Ну, короче, ладно. Вот такой вот уютный домик у меня получился. Я надеюсь, что он вам понравился. Пишите, как вам. Я попыталась его сделать в таком стиле, небольшом поп-арт. То есть, что-то яркое, что-то интересное. Пишите, получилось у меня или нет. Ну, а мы с вами увидимся уже очень скоро на канале. Так что до новых встреч и пока-пока. И спасибо, что были со мной.